Свалку на 13-м километре Бежецкого шоссе рекультивируют. Уже разработана проектно-сметная документация для ликвидации накопленного вреда окружающей среде. Тему продолжит наш корреспондент Наталья Чекет. Эта свалка появилась еще 50 лет назад. Долгое время сюда свозили мусор со всего города. За время своего существования она выросла с 2 до 18 гектаров и стала опасной для человека. С самого начала технический режим размещения здесь отходов нарушался. Именно поэтому свалка постоянно тлела и отравляла воздух в округе и жизнь тверичанам. По требованию природоохраны и прокуратуры в 2015 году свалку наконец закрыли. Лет 12 исполнялось судебное решение по 13-му километру Бежецкого шоссе Калининского района. Этот постоянный запах я еще застал, когда эта свалка дымилась. Это заслуга прокуроров, не моя, а наших коллег, которые работали до нас. Мы вышли в суд, мы потребовали приостановить, закрыть работу этой свалки. И сегодня разработан проект на рекультивацию. И это все пойдет уже в рамках национального проекта, сам процесс рекультивации. Предполагается создание систем гидроизоляции и газоотведения для обеспечения экологической безопасности. Помимо этого проводится дальнейшая работа по ликвидации несанкционированных скоплений мусора. Так, за прошлый год прокуроры выявили и пресекли 5 фактов незаконного размещения отходов. Чаще всего это земли лесного фонда и сельскохозяйственного назначения. Это у нас был и Вышний Волочок, Конаковский, Лихославский район. Прокуроры выявляли эти факты, в том числе по обращению, инициативному обращению граждан. Свалки эти ликвидированы. И по данным фактам расследуются уголовные дела. Однако борьба с несанкционированными свалками продолжается. По решению суда МУП, Дуркомсервис и ООО «Полигон» обязаны рекультивировать почти 1,5 гектара земель лесного фонда, которые они незаконно захламили отходами в районе поселка Новозавидовский и Конаковского района. Сейчас работа полигона прекращена. Всего из незаконного использования изъято и возвращено в государственную собственность более 700 гектаров земель лесного фонда в Калининском районе.